це поговоримо далі з Костянтином Чумаковим, директор Центру глобальної вірусологічної мережі, адюнкт-професор університету Джорджа Вашингтона. Вітання вам. Добрий вечір, пане Костянтине. Привітаємо вас. Да, добрий вечір, доброї ночі. Отже, про застосування, власне, ядерної зброї сьогодні ми говорили, вже ставили питання, але от з вашої думки, можна бути готовим до застосування ядерної зброї і хто може це зупинити в контексті того, що ми маємо зараз? Ну, підготовитися до ядерного удару дуже трудно, тому що ви розумієте, що це огромної мощності взрив, який розрушить все на много километров вокруг, но что еще более, наверное, важно, что при этом будет радиоактивное загрязнение, от которого отмываться будет очень долго. Мы все помним, что произошло в Чернобыле. Если будет применено тактическое ядерное оружие, то что-то похожее может возникнуть в том месте, где это произойдет. Поэтому здесь, конечно, этого надо избежать всеми силами, но мы, к сожалению, здесь просто полностью во власти этих сумасшедших, которые об этом размышляют в Москве. А вы это разглядаете как гру на підвищення ставок, чи как действительно погрозу, что эта зброя может быть застосована? Безусловно, это, сейчас это воспринимается как шантаж. Но то, что мы два месяца назад тоже воспринимали как шантаж, к сожалению, реализовалось в полной мере гораздо больше, чем кто бы то мог тогда предположить. Поэтому, мне кажется, к этим угрозам применения ядерного оружия надо относиться серьезно. Подготовиться, я не знаю, как надо подготовиться, потому что мы не понимаем реально, где они могут это сделать, потому что были разные сообщения. Но, к сожалению, просто надо быть, так сказать, то есть, короче, я не удивлюсь, если они пойдут на такой шаг, потому что для них это шаг отчаяния, это единственное, что они сейчас могут, потому что совершенно очевидно, что они проигрывают наземную операцию, и для того, чтобы переломить ситуацию, они вполне могут пойти на этот абсолютно, так сказать, драматический ход. Пане Костянтине, тоді давайте про ті ресурси, які має зараз Росія. Якщо це не ядерна зброя, ми чули про погрози і хімічної зброї безпосередньо. От про ресурси застосування, що вірогідніше і наскільки є вірогідність застосування хімічної зброї? Це, мені здається, гораздо більш вірогідно. І на це вказує, во-первых, той факт, що совершенно очевидно, що в Росії существує таке оружие. Второе, то, что это оружие уже применялось по сообщениям из Сирии, химическое оружие применялось вот во время этой операции, которую проводили русские в поддержку режима Асада. И третье, что тоже очень тревожно, что тот генерал Дворников, который вот был, собственно говоря, этим мясником Сирии, который разрушил Алеппо и который применял химическое оружие в Сирии, он сейчас назначен главнокомандующим, ну не главнокомандующим, а как бы руководителем этой операции в Украине. Поэтому это все, конечно, делает вероятность применения химического оружия очень даже реальной. Тем более, что были сообщения, что оно уже было применено в Мариуполе против вот этих героев, которые защищают город. Да, поэтому да, це мені кажуть, що це гораздо більш вероятний варіант, ніж з ядерним оружием. Часу, на жаль, у нас більше немає, тому просто подякуємо вам і спасибо. Попрощаємось. Спасибі, що долучились до нашого ефіру, пане Костянтине. Я впевнений, що в найближчий час у нас буде більше часу, щоб з вами поспілкуватися і обговорити максимум всеосяжніше всі теми, які ми підготуємо до ефіру і до діалогу з вами.